31 октября в нашей школе пройдут выборы президента. Меня зовут Наянзи Никита, я кандидат из Краснопресненского корпуса. Ни для кого не секрет, что школы в Капотне объединились. Самый главный пункт моей программы – это простройка социальных отношений между корпусами. Также не последним делом, которое я хочу осуществить, является развитие школьного ученического самоуправления и воспитание преемников в начальной школе. Если вы хотите, чтобы наша школа развивалась и процветала, голосуйте за меня. Мы обязательно победим.